Всем доброго утра! Сегодня у нас замечательный день, и мы отправляемся на озеро Тускан. Помимо того, что банально поехать на пляж и искупаться в тепленькой соленой воде, я еще намерен поехать на разведку немножко в те места, где я не был, и посмотреть что-нибудь интересное. Проехав порядка 130 километров по большой дороге, хорошему шоссе в сторону Джизакской области, в которой мы, по-моему, кстати, сейчас и находимся, мы сворачиваем в Кишлаки и дальше двигаемся по кишлачным дорогам. Есть вариант поехать по дальней дороге, по более хорошей, но мы едем к самым кратчайшим путем по не очень хорошей дороге. Периодически она будет у нас ухудшаться еще впереди. Едем по степи. Чуть-чуть нам осталось совсем. Уже скоро будем подъезжать к населенному пункту, если его так можно назвать, который будет прямо перед водой. Нам уже видно воду. Асфальт закончился. Сейчас двигаемся по такой вот очень ровной и утрамбованной грунтовке. Заезжая на пляж, попали вот в такую вот ловушку небольшую. Как-то непредусмотрительно я себя повел. Здесь почва была вроде жесткая-жесткая. Все было нормально. А здесь раз вот так вот, прям неожиданно абсолютно, мы провалились чуть-чуть. Я думаю, ничего страшного, сейчас чуть подкопаем, дернем назад. Что сказать, вот лопата, все, копаем. Утренняя зарядка. Место зарядки, то есть. Сейчас что, прицепим, попробуем вытащить. Руслан свою новую стропу достал. Нулевая вообще, первый раз сейчас будет это эксплуатироваться. Спасибо за помощь. О, нормально. Смотри, вон ямы какие остались. Ну, это было по лайту еще, нам повезло. Вот. Спасибо огромное всем. После откапывания машины очень стало жарко. После того, как лопатой чуть-чуть пришлось помахать. И идем, короче, купаться. Берега противоположного практически не видно. Приплыли к нам лодки. Сейчас пошел, узнал. Они согласны отвезти нас вон на тот остров. Сейчас съездим, посмотрим, искупаемся, что там будет. Короче, грузимся. Оп-оп-оп-оп. Зачем? Надь, возьми, пожалуйста. Вы как будто пьяные. Все, трогаемся. Едем на остров. Посмотрим, что там. Ну, наверное, там ничего нет, но все равно. Любопытно же. Быстро, да? Не то, что вплавь. Не то, что на барабане тебя. Приближаемся к острову. Он расположен в 2,5 километрах от берега, кстати. Не знаю, будет что слышно, нет. Ветер сильный. Быстро едем, прикольно. Приехали.
аккуратно, сейчас остановка будет. Есть. Хоп-хоп. Высадились сейчас на необитаемый остров, который находится в 2.5 километрах от места нашей остановки. Ну, пока здесь кроме мусора особо ничего не видно. Песчаный пляж, кстати, здесь. Очень классно. Но что здесь есть, сейчас увидим. Вот так выглядит остров. Тропа есть. И следы обитания животных. Ну, их сюда, видимо, привозят на лодках, что ли, или что. На выпас. Даже не совсем понятно, как они сюда попадают. Насколько это экономически вообще оправдано. Но их здесь явно были, они здесь. В принципе, он вообще небольшой. Думаю, метров, наверное, 500, что ли, в диаметре. Можно его спокойно за несколько минут пройти весь. Вот я фактически сейчас уже прошел его поперек и вышел к противоположной стороне. Тут резко глубоко. Тут не достаю. Буквально пару шагов от берега и сразу начинается большая глубина такая, что я даже ныряя не могу достать до нее. Все, загрузились. Остров, пока-пока. Спасибо, брат. Вот так мы покатались на лодке. Прикольно, понравилось. Не зря поехали. Классно, с ветерком. Накупались мы, собрались и 2 часа дня примерно решили поехать чуть-чуть на разведку посмотреть. Выехали сейчас на такую дорогу полунерабочую. Ну, по карте мы должны приехать к некому поселению. Посмотрим сейчас, что у нас получится. Заехали вот сейчас на такую асфальтовую, прошу заметить, дорогу, в которую явно вообще никто не ездит. И мы едем, вот бочины обтираем сейчас с этим хвоей. Это мне сказали, что это можжевельник, но не знаю. Короче, вот так это выглядит. И здесь прям узко, и через них приходится продираться. Как бы прям необычное сочетание. Не грунтовка, а асфальт. И при этом вот так заросло. Явно никто не ездит. Тем интереснее. Двигаемся дальше. Прям продираемся сквозь лес. Так, ладно, закроем зеркало. Чуть-чуть попроще будет. Очень интересная дорога. Что-то мы залезли прям по самой небалуй уже. Тут прям совсем лес. При этом дорога по-прежнему асфальтовая. Но очень совсем здесь прям мне не нравится уже. Совсем здесь жестко. Будем двигаться вперед и только вперед. Но это будет рекордное количество просто царапин вообще. Ужас. Куда я залез, а? Охренеть. Ну, за то, что я в такую жопу заехал, вы по-любому должны поставить мне лайк и подписаться. То, что вы сейчас слышите, наверное, скрипы, это то, как ветки царапают кузов нашего бедного кукурузера. Приехал вот на такой маленький пятачок, на котором будет возможность хотя бы развернуться. И здесь, пройдя чуть вперед, я наблюдаю вот такое бетонное сооружение, какой-то отстойник, что ли. Не совсем понятно, что это такое. А здесь вот вода, видны рыбхозы, там ничего нету, здесь, короче, нам ехать некуда. Мы уперлись. На карте здесь написано поселение, а по факту здесь вот такие вот конструкции непонятного назначения. Какие-то колодцы разрушенные, еще что-то. Вообще не ясно, куда мы приехали. Ну, сейчас, в крайнем случае, просто развернемся и поедем обратно.
если не будет никакого варианта. Но, скорее всего, его и нет. Здесь вот еще что-то разрушенное. Какие-то бетонные тоже конструкции. Вот так это выглядит. Ого, стены. Какое-то здание, видимо, было раньше. Да. Место такое неприятное. Надо будет попробовать найти что-нибудь в интернете про него. Вот так выглядит сверху. Ну что, ладно, будем двигаться, разворачиваться. Другого варианта я тут не вижу. Опять придется ехать назад, обдирать бочины. Да, я стараюсь ехать так, чтобы упираться поменьше в жесткие ветки и побольше в мягкие. Чтобы жесткие ветки, вот вроде этой, поменьше портили машину. Вот надо было сюда залезть. Пешком можно было зайти, и было бы все замечательно. Но у нас же этот Off-Road Travel Club, автотуризм в действии. Мы автотуристы, пешком ходить не любим. Тем более здесь асфальт. Как это по асфальту и не проехать? Ну вот, поехали по асфальту. Асфальт, оказывается, разный бывает. Решили покататься еще немножко по грунтовым дорогам. И заехали на такой некий полуостров. Не знаю, будет видно, нет. То есть это вот система озер, большая земля и такой отросток. И вот мы сейчас, ну вот здесь, где точка показывает. То есть вода слева, вода справа. И, тем не менее, дорога здесь есть. Правда, тоже такая шкуродерная в целом. Но не так сильно, конечно, как было там. Поэтому двигаемся. И здесь она набитая достаточно. Здесь ездят явно. Ну, рыбаки, скорее всего. Местные там. Дошел до воды на этом, с позволения сказать, полуострове. Ну, место, в принципе, аналогичное пляжу, не хуже. Вполне пригодно для купания. И никаких людей вообще нет. Только вот там есть рыбаки. А с этой стороны, с противоположной, нету никого. Едем сейчас по такой дороге. Решили прокатиться чуть дальше, в сторону Арнасайских озер. Пейзаж напоминает пейзаж из какого-нибудь вестерна американского. Только еще кактусов не хватает. А вон какая красивая птичка. Это что такое, а? Прям с нами рядом летит. Офигеть. У него во рту что-то. Ух, какой красавец. Прям рядом летит с нами. Вообще классно. Ну ладно. А у нас своя дорога. Доехали мы до вот этого места. А вот здесь у нас попсовый пляж, на котором мы остановились, и где у нас лагерь. Ну, здесь особо ничего интересного. Наверное, рыбачат здесь, а купаться, ну, такое себе. Короче, даже, ну, выходить не будем. Мы сейчас развернемся, поедем обратно. Хватит, наверное, на сегодня с нас приключений. Тем более, время уже 3:30. Еще раз искупаемся. И надо еще до дома доехать. Тоже не ближний свет. 200 там с небольшим километров так-то. Хочу попробовать обратно срезать. И поеду не по дороге. Трава кажется низкой, ну и не совсем сухой. Думаю, что особо она не будет набиваться никуда. Поэтому поедем просто по направлению, по карте, по степи, так сказать. Срежем немножко. Собрали мы лагерь, упаковались. Сейчас у нас время 5 часов, или сколько?
Да, 6 часов почти что вечера, и мы выдвигаемся домой. На этом можно считать, наверное, наше путешествие законченным. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, дизлайки, и до новых встреч. Всем пока!